Саламатсыз ба? Саламатчылык. Азыр эле белгисиз бирөөлөр менин курбугузум дала качып кетишти. Мен ага кантип жардам берсем болот? А сиз ошол окуя боюнча өзүңүз күбө болдуңузбу? Ооба, ал экөөбүз чогуу болчубуз. Анда сиз бул ала качуу фактысы боюнча арыз жазганга укугуңуз бар. Похищение девушки с целью вступления в брак является преступлением. Любой человек, ставший свидетелем похищения невест, имеет право подать заявление в правоохранительные органы. Суд приговорил Дейканбаева Мирбека Токтосуновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 155 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Меру пресечения в отношении Дейканбаева Мирбека Токтосуновича до вступления настоящего приговора в законную силу оставить прежней. Содержание под стражей. Но ведь есть и другой путь. Построй счастливое будущее себе и другому человеку.